Кикбокс является, пожалуй, самым контактным видом спорта ближайших студенческих игр. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции, а современный бокс зародился в Англии в начале 18 века. Соревнования по боксу впервые появились на летних Олимпийских играх в 1904 году в Сент-Луисе и с тех пор включались в программу каждых последующих игр. Итак, что же такое бокс? Это контактный спорт, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Запрещено наносить удары ниже пояса, также нельзя бить ногой, головой, коленом и любой другой частью руки, кроме сжатого кулака. Победа присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не может подняться в течение 10 секунд. Если же по итогам всех раундов поединок не был прекращен, то победитель определяется оценками судей. Также боксер объявляется победителем, когда рефери останавливает бой, ввиду явного преимущества одного над другим, или если секундант противника выбрасывает полотенце. Когда один из боксеров находится в нокдауне, второй должен отойти в нейтральный угол и ждать решения судьи. Если боксер нарушает, ему делают предупреждение, а три любых предупреждения означают дисквалификацию. На Универсиаде в Казани бокс входит в число 5 видов спорта, которые впервые в истории включены в спортивную программу Всемирных студенческих игр. На предстоящей Универсиаде болельщики вправе ожидать завоеванных медалей, особенно золотых, так как за студенческую сборную России выступят обладатели бронзовых наград прошедших Олимпийских игр Михаил Алаян и Андрей Замковой. Весь боксерский турнир пройдет в центре бокса и настольного тенниса, который ждет зрителей и спортсменов с 5 по 10 июля. В спорткомплексе находится 5 тренировочных и 2 игровых ринга, а также многофункциональный зал и тренировочные арены. Стоимость билетов от 70 рублей. Такой яркий вид спорта, как бокс, заслуживает нашего внимания. Не упустите возможность посетить эти соревнования, ведь наши спортсмены будут в буквальном смысле драться за медали. Спорт – это всегда борьба. За время, за место, за победу. А когда ты выходишь в зал и видишь болельщиков, переполняет гордость от того, что в тебя верят. Ты готов на все, чтобы оправдать надежды. С вашей поддержкой мы способны на большее. Приходи и стань частью мирового события.